Прогнозы синоптиков сбылись. Выпал первый снег. Многие подготовились к этому событию заранее. Автомобилисты поменяли шины. Дорожники и коммунальщики проверили работоспособность снегоуборочной техники и пополнили запас реагентов. Превентивную обработку проезжей части провели еще накануне. Ночью дюжина снегоуборочных машин очищала дороги. Ранним утром им в усиление добавили еще около полусотни единиц техники. Плюс 66 рабочих, вооруженных средствами малой механизации. Значительные силы бросили и на очистку снега на внутридворовых проездах и тротуарах. Если для автомобилистов, коммунальщиков и дорожников первый снег – повод для беспокойства, для пешеходов – это радость. Вообще здорово. Наконец-то он пошел, потому что уже надоели эти дожди, дети очень счастливы. И настроение уже, честно говоря, сразу зимнее. Пошел первый снег сегодня. Я вовремя успела поменять резину, чтобы не совершить ДТП. С наступлением первого снега ощущение, то, что приходит, наступает Новый год, хорошее настроение. Очень положительно. Мы с ребенком, пока дошли до садика, успели в снежки поиграть. Он довольный, уже рвется на лыжи, на горке кататься. Зима – это хорошо, предпраздничное такое настроение уже. Да всегда классно, это же такое вообще праздничное настроение. Всегда с собаками люблю гулять по снегу, по сугробам вообще. Дети уже выросли, уже им это неинтересно, а мне все равно как ребенок. Впрочем, зима в Одинцово ненадолго. Уже к середине следующей недели вернется осень. В среду воздух прогреется до 11 градусов. Хотя дорожникам и коммунальщикам расслабляться рано. Это был всего лишь первый снег. Роман Попов, Стас Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».